Так, по паре в ринг. 5 пар в ринге у нас получается, остальные здесь. Каждый раунд меняются. Те, кто работал здесь, заходят в ринг. 4 раунда игрового бокса. Первые номера. Для вас задание. Вы агрессоры. Что такое агрессор? Агрессор постоянно давит, постоянно прессингует. Но прессинг, это не значит, что вы поднимете руки и просто будете идти прямолинейно на своего соперника. Вы его должны качать, раздергивать, работать корпусом. Вот, ручки поднять повыше, да. Для того, чтобы заставить его, чтобы он вас ударил. Первый номер агрессор. Вы постоянно оказываете давление на своего соперника. Постоянно, можете тут здесь, вот и здесь, бам, ударить, постоянно, но корпус ваш работает, руки подняты, вы его прессингуете. Бам-бам, провалили, заставили ее кинуть, после его атаки, да-да-да-да, серия, провалили, и опять же, опять прессингуем, опять идем, корпус прорабатываем, здесь-здесь, постоянно давим, вы постоянно в атаке. Понятно, да? Время! Сняли перчатки. Заминочку выполняем. Побежали по кругу. Все, ребят, тренировка закончена. Опять же, хочу обратить ваше внимание на наши установки. Вот. Задания даются для того, чтобы их выполнять. Да? Задания, задачи. Вот. На сегодняшний день, опять же, я вам довел ваши цели и задачи. Это действительно совершенствование тактико-технического мастерства и максимально правильное выполнение добиваться. Почему? Потому что каждый из вас, да, у нас частично здесь в нашей команде присутствуют из ударных стилей, да, ребята, частично из борьбы, кто-то из грэплинга. Вот, и поэтому нам приходится подтягивать вашу школу бокса. Вот, здесь даже многие, кто, допустим, еще не обучен в полной школе, но нам надо хотя бы за это время вас подвести хотя бы к более-менее правильному пониманию и рисунку, чтобы вы могли приучить свой организм, свое тело. И вот когда даются задания, для кого-то это они уже не новые, он его выполнял, но тем не менее повторение, мать учения, да, мы постоянно совершенствуемся. И чем больше это повторяем, тем у нас, то есть как камень мы граним, тот же бриллиант, да, который ювелир обрабатывает, доводит до идеала, то же самое мы доводим до себя. Для кого-то это, да, это совершенствование уже мастерства, для кого-то это еще идет процесс закрепления. Вот, не будем уже говорить обучение, потому что обучаются на начальной стадии. Поэтому вы должны всегда понимать и выполнять четко поставленную задачу. Для этого мы показываем комбинацию, разъясняем и стараемся добиться идеального выполнения. Поэтому нужно совершенствовать себя всего, изучать везде и ударную работу, и партер, и борьбу в стойке вольную. Вот тогда вы будете на 100% уверены в себе, в своем результате. И мы тоже. Сражайся с другими. Побеждай себя.